Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня хотел бы с вами поговорить про грядущее обновление 0.15.0. И я вам скажу даже более, обновление уже на завершающем этапе, и прямо сейчас я расскажу почему. А также расскажу, что же именно уже известно про обновление, поэтому обязательно, если ты ждешь обновления, ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ну а мы начинаем. На GG Standoff вышло обновление, теперь за открытие новогодних кейсов ты получаешь токены, а с токенов бесплатные кейсы. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Я свои 7 бесплатных подарков прямо сейчас заберу. Также тут есть барабан бонусов. По моему промокоду вы получаете еще один барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 35% к пополнению обратно. Все нужные ссылки есть в описании. И первое, с чего хотелось бы начать, это то, что тестирование обновления происходит даже в 3 часа ночи. Я не шучу, сейчас 3 часа ночи, и вы посмотрите, раз тестер, два тестер, три тестер, 4 тестера в сети. Ребят, я просто в шоке, у меня нету слов, потому что ребята тестируют всю ночь для того, чтобы вам с утра вышло, или днем, или вечером вышло как можно скорее обновление. Для того, чтобы вы поняли, что не точно разработчики, обратите внимание на их ID. Dev13, Dev21, Dev18, если вы понимаете, что это буквенное ID, то есть обычный человек такой ID сделать точно не может. И прямо сейчас, ребята, прошу вас обратить внимание на этого парня по имени Крисмас. Это очень-очень-очень важно, потому что буквально сегодня слили скины из нового Gold Pass, и я просто в шоке. Знаете почему? Вы сейчас все поймете сами, просто внимательно смотрите. Ну а прямо сейчас я прошу вас обратить внимание на данный USP. Это USP Феникс, которого нет в игре, потому что это будущий USP Феникс с будущего Gold Pass. Вы сейчас, наверное, ничего не понимаете, думаете, что это обычный скинченджер и кем-то пока нуб галимый. Но, ребята, у меня есть пруф. Вы сейчас просто откроете рты и будете в шоке так же самое, как был я. Я думаю, вы уже заметили. Да, это тот самый USP Феникс. И, конечно, вы скажете, кем-то пока, да это же читы. Нет, ребята, это не читы, это все по-настоящему, и это все, внимание, это оружие есть у тестера Крисмас. Я думаю, вы все прекрасно его помните, я его показывал буквально минуту назад. Да-да-да, это тот самый тестер Крисмас, и у него есть оружие, которого нету в игре, нету в пассе и нету нигде на рынке, потому что это оружие из будущего обновления. Просто внимательно посмотрите, какое же это обалденное оружие, USP Феникс, я бы с радостью с ним поиграл. Просто, ребят, посмотрите, как же все это круто. Дальше что происходит? В моего подписчика и в этого тестера кидает флешку. Что происходит? Дальше этого тестера убивают. То есть у него не Крисмас, вот обратите внимание. После этого мой подписчик вот на этом моменте просто заходит в его профиль. То есть тоже обратите внимание, у него буквенное ID. То есть еще один пруф, то что это настоящий тестер. И этого настоящего тестера был такой скин. Но я думаю, вряд ли бы настоящий тестер играл бы с щитами. Но это был бы полный абсурд. Просто внимательно посмотрите, сейчас мы заходим в профиль. И тут идеально видно тот самый клан, в котором мы только что были. Блин, куда? Ого. И видно то самое буквенное ID. Что же это означает? Это означает то, что скины из Gold Pass уже есть в игре, и их прямо сейчас тестируют. Ну а для следующего нашего факта нам необходимо переместиться в видео джампера. Видео джампера в версии 0.14.0 он засветил вот такие вот брелки. Вы меня спросите, Кента ПК, а где же эти брелки были все это время? Потому что мы их нигде не видели. А в том-то и дело, что эти брелки вы не получите. Их получили только тестеры. Обычные люди их увидят в 0.15.0. Поэтому, ребята, в этом новогоднем обновлении мы будем ждать все эти брелки. А если добавят все эти брелки, это значит что? Два варианта. Первый, это будет новый Gold Pass. Или вариант номер два, то, что будет новый кейс. И, честно говоря, я уже очень-очень сильно сомневаюсь, какой из них правильный. Ну, а теперь еще одна непонятная хрень. Посмотрите на ник тестера. Ну, что это такое? Вот это. Что это такое? У него, видите, у него в нике постоянно меняются символы. Это означает то, что он хочет нам передать какое-то тайное послание. Ну что же, давайте посмотрим более внимательно. Ну, короче, если посмотрите более внимательно, вы тоже ничего не поймете, потому что у него там все зашифровано. И только один из его шифров мы смогли разобрать, в котором было написано, что обновление будет скоро. И еще один очень интересный факт. В официальном тиктоке разработчиков мы увидели вот такое вот видео. Я извиняюсь за качество, посмотрите. Тут надпись Excel Bolt и якобы такой потрескавшийся экран. Что это означает? Это означает, что, скорее всего, это будет обновленное загрузочное меню. И я хочу вам сказать только одно.
Подписывайтесь на мой ТикТок-канал! Короче, ребят, ну а если серьезно, то со всех щелей, со всех просто труб, как будто говорится сверху, обновление будет очень скоро. И я, ребята, уверен на 90%, то, что обновление будет именно сегодня. И еще один факт в копилку того, что обновление все-таки выйдет прямо сегодня. Рассказываю почему, потому что 31 декабря 2018 года обновление вышло в 8.39. То есть я смотрел просто всю историю обновлений, и обновление ни разу не выходило. Там 1 января или 2, поэтому оно 100% должно выйти 31 января. Но то, что разработчики опаздывают, это факт. Они очень сильно опаздывают, не успевают, потому что приходится тестировать ночью. Тестеры работают ночью, я смотрю, все в сети. Поэтому, ребята, работа максимально кипит, и мы ждем обновления. И как только обновление сделают, так сразу они его и выпустят. Поэтому, ребята, я думаю, что, скорее всего, 31 вечером мы вместе с вами будем уже играть и тестировать новое новогоднее обновление. Ну а теперь касаемо нового голпасса. Просто внимательно посмотрите на все это, и вы увидите абсолютно все, что нас ждет в будущем грядущем обновлении. Тут есть медали, тут есть наклейки, тут есть брелки. Вот просто, ребят, когда уже обновление выйдет, ради интереса сравните с тем, что тут показано. И я уверен, что все это будет правдой. Посмотрите, сколько брелков. Брелков добавят очень много. И знаете, что самое плохое? У меня такое ощущение, что добавят еще один новый чармпак. Это просто трындец. То есть получается будет новый чармпак, получается будет новый кейс, получается будет новый голд пасс. Я не знаю, ребята, куда уже больше, куда уже дальше, что делать со всем этим. Но вот на этом моменте у меня стала дилемма, потому что получается, если верить сливам с пакетом, то добавят 8 новых скинов. Значит, возможно, нового кейса не будет. Значит, возможно, вот то, что будет новый чармпак, это прям, ну, прям железобетонно, прям 100% вот так оно и будет. Но будет ли новый кейс или нет? Вот, ребят, в чем вопрос, потому что я кейсы закупил, смотри, я закупил Furious кейсов, я закупил дальше Rival кейсов. Ну, ребят, я реально хз. А будет ли новый кейс или нет? Потому что в пакете данных я увидел всего лишь 8 новых скинов. А в кейсе, давайте посчитаем, сколько скинов, просто откроем любой рандомный кейс. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть, грубо говоря, вдвое больше. И еще одна очень-очень важная информация касаемо описания в плеймаркете, потому что многие из вас мне во время стрима начали писать, кент пока изменили описание в плеймаркете. Я, ребят, зашел во время стрима, посмотрел, и описание было реально изменено. Но потом оно сразу изменилось на то, которое вы видите прямо сейчас на экранах. Поэтому, ребята, есть такая вероятность очень большая, то что игру уже загрузили в плеймаркет, изменили описание, но оно просто проходит модерацию в плеймаркете. Ну а если вы пользователь iOS, то, к сожалению, у меня для вас плохие новости, потому что вам, как минимум, придется ждать на несколько дней больше. На данный момент, чтобы вы понимали, 4 часа утра, и 6 тестеров в сети прямо сейчас тестируют игру для нас с вами. Играют какие-то новые режимы, много чего непонятно, мне кидают какие-то скрины в ВК, я ничего не понимаю. Короче, ребят, скорее всего, они уже тестируют финальный билд 0.15.0, поэтому однозначно ждем именно 31 декабря новое обновление. Поэтому, братан, если ты тоже ждешь обновления, обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал и пиши в комментариях, что ты ждешь больше всего. Например, я жду гифтбокс с подарками. Также подписывайся на мой телеграм-канал, там куча полезной информации. Ну а с вами был ваш Кентуха, следите за новостями, подписывайтесь на меня, всем удачи, всем пока.